Про нордические палки и скандинавскую ходьбу актер знает давно. Первый раз Леонид Исакович увидел их в Юрмале, где он отдыхал с семьей. Сначала актер отнесся к этому с настороженностью, но позже понял – скандинавская ходьба очень полезна для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни. Вообще движение – это жизнь. Примечательность зрелого возраста или, скажем, пенсионного возраста – это то, что люди мало двигаются. Для того, чтобы главный наш аппарат, который руководит вообще нашей жизнью, самое главное, это сердце. Сердце должно работать. Для того, чтобы сердце работало нормально, нужно двигаться. Если ходить с нордическими палками, поверьте мне, как уже пенсионеру с 5-летним стажем, давление уменьшается, пенсия повышается и настроение растет. Отличие обычной ходьбы от скандинавской колоссальное. В первом случае работают только ноги и устает позвоночник. Во втором задействованы практически все группы мышц. При этом нагрузка на спину и коленные суставы снижается. Если ходить с этими нордическими палками, то лучше всего вот здесь, вот в парке имени Ларисы Лазутиной. Я сюда приезжаю с внуком, со старшим. Скоро буду приезжать с двумя. Младшему 1,5 года. Вот. И слава богу, что это есть. И я еще раз хочу своих коллег по пенсионной книжке пригласить сюда, к нам в парк. Кстати, всем, кто заинтересовался скандинавской ходьбой, важно знать, что в парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной бесплатно можно взять на прокат нордические палки. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».